Добрый день. Сегодня у нас в гостях журнал «Моделист-конструктор». 87-й год. Веломобиль. Интересно так. Захотелось на таком даже прокататься. Может, человек такой модный, смотрите. Не знаю, такой, как будто похож на иностранца. Видите, какой-то поло у него. Ну, такое в обычном магазине, там, с одеждой фабрики «Большевичка», думаю, не купишь. Явно какое-нибудь чешское или... Или ГДРовская одежда. Или там страны Балтии. Почитаем, что тут, полистаем. Что тут интересного. О, юные такие электронщики. Какой-то клуб, видите, светофоры какие-то собирают, что-то паяют. Да, раньше много такого было. Значит, это было довольно так полезно и интересно. Даже для себя просто интересно и полезно. Что-либо отремонтировать мог, потом мог что-то припаять в том же автомобиле. Довольно так неплохо это развивало. Я на такие кружки не ходил, но так... Да просто я не в моем городке такого даже и не было. Но все-таки, ну, каких-то способностей у меня таких больших не было, но... Считаю, что было это очень интересно. Краснодарский эксперимент. Это не, там над помидорами, над соусами эксперимент проводили. Компьютеры уже, видите, в те года уже компьютеры. Клуб NTTM Electronic. Возможно, такие клубы были еще при каких-то заводах таких вот, которые радиоэлектронные. Не удивлюсь, в крупных городах так могло быть. Велошезлонг. Неплохо так лежишь. Ну, в принципе, да, это вообще лежа, лежащая посадка. А здесь, понимаю, чертеж, как это можно сделать. Ну, тоже так неплохо. Кто-то мог и сделать. Серебряный мотоплух. Посадка вообще лежачая. Да, сейчас китайцы этим завалили, конечно. Это же такая полезная вещь. Прицепик можно сесть еще и ехать на нем. Ну, такие трактора маленькие. Сомневаюсь, что оно было в сериях каких-то. Самолетики. Так, наверное, вырвали и на стену некоторые вешали. Истребитель-разведчик. Помню, еще были вот эти пластиковые такие вот конструкторы. У меня пару раз было собирать самолетики. Ну, я так собирал, но у меня так немного коряво все это, конечно, выходило. А когда-то мне там на мою улицу какой-то парень приехал, не знаю, там то ли в гости к бабушке, то ли какая-то родственница. И у него была целая куча этих самолетиков собранных, разных. У него их было штук 10 только с собой, чисто так играться. И, ну и сделано, естественно, так как он в этом, ему это нравилось, сделано было, проклеено все очень качественно, так классно было. Такие, конечно, чуть были уже так побитенькие, но я так еще вау, думаю, вот это вот парень, молодец. Первый танк страны Совета. Напишите, кто увлекался этой проклейкой самолетиков. А, у меня еще в детстве была машина. У меня была... Такой набор был, мне подарил крестный на день рождения. Стоил он 10 рублей, не помню, там был ценник. И там был автомобиль такой для склейки. Он был с моторчиком и под батарейку. У меня была Волга. Волга, блин. Или Волга, или Москвич. Москвич типа вот 401, наверное. А Волга 20... Первая. Не, все-таки, наверное, москвич у меня был. А у брата моего двоюродного, у него была победа такая. Она там называлась на коробке «Виктория». Просто у них в семье была победа раньше. И вот ему такой с победой. И как-то они, видно, появились в этих магазинах как-то в одно время. Вот там мне купили день рождения, и ему. Короче, у него тоже оказался этот набор. И он тоже там что-то крутил, там клеил. Какой-то клей, помню, там еще был в комплекте. Такой вонючий вообще. Ну, как-то так, конечно, в детстве он так криво-косо получилось, если там бы как бы взрослый, еще был бы опыт, если помогали, наверное, было бы что-то получше. Ну, как-то ездило так. Опять же, качество конструктора тоже, это был советский конструктор. Сомневаюсь, что он был какой-то импортный, даже ГДРовский, скорее всего, он был советский. Поэтому, вроде он неплохо был сделан, тем не менее, такая погрешность в деталях там была существенна. Так. Танчики. Ну, сейчас в танчиках все разбираются, конечно. Гоночный болид.
Аппаратура для гренады. Какие-то схемы уже пошли для электронщиков. Помощник лектора. Какой-то калькулятор прям такой. Выводил какие-то цифры, возможно, прям на какой-то экран большой. Как вот сейчас интерактивные доски. А, сделайте для школы. Ну, у меня, по-моему, кстати, был такой... У нас был там УПК, и там я ходил на программирование. И, по-моему, там был такой на стене огромный калькулятор большой. Он такой, как муляж, но, как я понимаю, кнопки там нажимались, и он работал, скорее всего, подключен к нему был обычный калькулятор. Только вот этот учебный, он был такого большого размера, наверное, там, ну, метр, наверное, там на 60 сантиметров, вот так вот. Наверное, не меньше. Может, конечно, мне такое снится, но вот ощущение, что висело такое вот на стене. Какой-то МК там, вот там были, программируемые. А вот еще кораблик такой тоже можно вырвать было. На стену тоже пришпилить. Ну, интересно. А, да, оно идет на одном развороте вместе с самолетиком. Прям сразу два вот так вот можно было. Клуб домашних мастеров. Гляньте. Колясочка какая. Тачка, как вот кравчучка называлась. Раз-раз и коляска. Походная коляска. Блин, я про такой даже не мог подумать, что такое может быть. В поход с малышом. А вот смотрите, коляска с лыжами. Блин, офигеть. Ну, полезный журнал, кстати. Вот. Да не то, что полезный, ну интересно. Смотришь, как бы... Нормальный день. Он какой-то не возникает ощущение, что он какой-то такой старперский или какой-то колхозный. Нет, вполне такой классный вот журнал. Макулатуру под пресс. Ну да, сейчас так почитал бы, почитали все, и журнал бы отспрессовали, что я вам тогда почитал бы. Листал. Реставрируем кресло. Дрель-перфоратор. Ну, вот какие-то мотоциклы, смотрите, на гусеничном движителе. Слово такое, видите, как вот диджитал и двигатель, а здесь движитель. Мотоблок фреза. Гляньте, вот видите, какие у него там гусеницы. Конечно, жопу там подморозить можно было, вполне так. Что-нибудь такое. Подхватить каких-то черяков, свою задницу легко. По холоду на этом дерматином сиденье. Баги для сугробов. По необычной схеме. Кузов вперед, походу. Так. И тут какие-то у нас самолетики сборной модели. Ну да, вот я когда вижу какие-то интересные картинки такие вот, или какие-то планеры, или какие-то кораблики, или что-то такое, я это всегда страны Балтии. Тут опытнейшие радиопилоты нашей страны собрались в литовском городе Алитусе. Как-то вот не спутаешь. 87-й год. Вот такой тут журнальчик. У меня очень много таких, кстати, журналов. Так что подписывайтесь на канал. Будем листать, просматривать. Ставьте лайки, дизлайки. Впереди еще будет много интересных журналов.